Экоактивисты в знак протеста против планов сербского правительства разрешить добычу лития транснациональным корпорациям третьи выходные подряд перекрыли движение в Белграде и других городах страны. Манифестанты требуют, чтобы власти полностью отказались от идеи добывать в Западной Сербии литий, ключевой компонент автомобильных аккумуляторов. Экологи настаивают, что его добыча наносит огромный ущерб природе.